Всем привет! Сегодня будем собирать новую мотокосу. Итак, распаковка. Что мы имеем в комплекте? Ручка левая. Дозатор, бутылочка для бензина, для топливной смеси. Ручка правая с элементами управления. Сам привод, двигатель мотокосы. Так, какой-то набор инструментов. Сцепление. Защита. Здесь должен быть еще нож. Катушка, шпуля для лески. Ремень. Крепление для ручки и для защиты. И сам нижний редуктор. Ну и в комплекте какой-то нож. Да, один трехлопастной нож. Пока откладываем. И сам редуктор. Редуктор с валом. Даже есть еще ручка с вибропоглотителем.